Ты что, ненормальная? Ты нафига в автобус с собакой приперлась? Потому что мне нужно доехать с ней до дома. Выходи отсюда быстрее, ты не видишь, ты ребенка пугаешь. Моя собака на поводке и в наморднике. Я имею право находиться с ней в автобусе. Да плевать мне, что ты там имеешь. Это псина, и она пугает мою дочь. Страхи вашего ребенка — это ваша проблема. Успокойте ее. Или в конце концов уведите в другой конец автобуса, чтобы не видеть мою собаку. Мы первые сюда пришли. А твоя собака еще не пускать лишаистая, так что давай убирайся. Нет, я еду со своей собакой домой. Ах так? Ну тогда я скажу сейчас кондуктору, и он тебя выгонит. Там у женщины очень агрессивная собака. Она пугает всех пассажиров и чуть не укусила моего ребенка. Да, мне страшно. Сейчас проверим. Здравствуйте, женщина, это ваша собака? Да, здравствуйте. На вас поступила жалоба, что ваша собака пугает ребенка, чуть не укусила ее. Чушь. Моя собака воспитанная, на поводке и в наморднике. Эта дамочка сама кого хочешь своими криками напугает. Что? Ты совсем охренела? Да я твою шапку отравлю! Да уж, я вижу. Гражданочка, не докапывайтесь, пожалуйста, до девушки, иначе я буду вынужден вас высадить. Ах, вот оно что! Это я еще и плохая. Ну ничего, потом не нойте, когда эта шавка пол автобуса перекусает. Дочь, пойдем в другой автобус пересядем. Да, мамочка, пошли быстрее!